Весна пришла, и самое время расхламляться. Дома найдется точно пятерка мест, куда стоит заглянуть после зимы, где сейчас обитает хаос. Мест наберется больше, если осмотреть дом внимательнее. Но мы заглянем по шкафам. Вот излюбленное место для хлама. Я не знаю почему, но в таких ящиках с косметикой и всякими средствами по уходу постоянно собирается какой-то бардак. Или это только у меня? Часто это просроченная косметика или бесполезные средства. Хранить такое бессмысленно. Сколько лежит в коробочке украшений, которые просто физически устарели. Где-то отвалился камень, который никто не возьмется чинить. Где-то выцвели просто, потерлись часы. Ну что с этим всем делать? Конечно же, отправлять на помойку. Сломанная бижутерия только занимает место. Обычно ее проблематично починить. Здесь правило такое. Ювелирное несем мастеру, остальной хлам выбрасываем. Сумки – это отдельная категория вещей, которые вроде и выкинуть жалко, и сложить некуда. Их набирается иногда так много, что они буквально нападают на тебя из шкафа. Некоторые сумки можно подарить, безнадежные выложить рядом с мусоркой. Там такие вещи тоже могут обрести второго хозяина. Либо же, как вариант, отнести местному обувщику, который использует сумки по запчастям. То же самое с зимними вещами, не нужно слишком с ними возиться. Главное тщательно упаковать, чтобы они не запылились и не слишком измялись за летнее хранение. Сейчас сложно понять, понадобится ли завтра пальто, но самые теплые вещи уже можно отправить на хранение. Ох уж эти детки, иногда диву даешься, когда успели набраться все эти коробки. Тут и одноногая Барби, и кубики, в которые 10-летний ребенок точно играть не будет. Значит, нужно перебирать и что-то подарить, а что-то выбросить. Вот здесь как в поговорке про чертика и его поломанную ногу. Тут даже святой не выдержит. Хлама столько, что детей можно занять надолго. Главное, чтобы они действительно занялись сортировкой своих игрушек. У 90% людей на обувных полках в межсезонье творится настоящий бардак, когда не знаешь, что обуть – сапоги или босоножки. Обувь, разумеется, лучше вымыть и переложить бумагой, чтобы зимой было приятно достать и сразу же обуть. Есть такой закон вселенной – чем больше выбрасываешь, тем больше нового и хорошего приходит в твою жизнь. И это правило действует, кстати, с теми шкафами, которые мы с вами сегодня перебрали.